На конкурс «Дети читают стихи» Гончарова Дмитрий, 10 лет, 4 А класс, Уймской средней школы, город Архангельск. Андрей Деметьев, палата о матери. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, кто в земле лежал. Сколько их туда несло, мальчиков без усов не пришло. Рад всего прислали по весне фильм документальный о войне. Все пришли в кино, и стар, и мал, кто познал войну, и кто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть якой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и произнесся материнский крик: «Алексей! Алешенька, сынок!» Будто сын услышать ее мог. Он рванулся из траншеи в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. «Алексей!» — кричали земляки. «Алексей!» — просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить, и вот в атаку он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. «Алексей! Алешенька, сынок!» Будто сын услышать ее мог. Дома ей все чудилось кино, все казалось вот-вот. Сейчас в окно посреди тревожной тишины постучится сын ее с войны.